Алло, Да. Наташа, привет, хорошо меня слышно? Да, прошу. Хорошо, я сейчас добавлю к нам в разговор еще одну даму. Так, а что-то я сама себя слышу. Не знаю, мы вас хорошо слышим. Хорошо, да. А мы это кто? Вы там не одна? Я с дочкой. А, дочки, привет. Это которая старшенькая? А, да. Мне Сейчас. тоже что интересно, поэтому. Ну, 13 лет, самый возраст. У нас даже есть девочки, которые работают 12-13 лет. Им Вместе. очень нравится. Классно просто. Так, сейчас Наташу добавлю. Почему Наташу добавляю? Алло, Наташ, Слушаю. слышишь? Да. Вот, привет, знакомьтесь, две Наташи. Надо желание загадать. Я между вами. Наташа Гришина – это подруга Ларисы Смирновой. Правильно, да, Наташа? Дальняя родственница, можно Даже сказать. дальняя родственница, вот, она ее пригласила в проект, а уже Лариса, Наташа, вас пригласила. То есть, видите, да, как эта система работает, сарафанное радио. Вот, поэтому знакомьтесь, потому что Наташа Гришина будет вам тоже помогать. У вас у обеих по двое деток. Я вас поздравляю, сегодня потрясающий день, день мамы. Я вам желаю Ой, счастья. и тебя тоже, да, и всего-всего. Спасибо. Да, чтобы ваши детки вам приносили много радости, позитива и радовались своими успехами. Ну и, соответственно, чтобы вы могли сделать все, что в ваших силах, чтобы ваши детки получали в этой жизни по максимуму, как говорится. Спасибо. Так, девочки, ну смотрите, я вам сейчас включаю экран. Вы должны начать видеть мой экран и вот слайды. Как начнете видеть, скажите мне. Я ничего не буду видеть, у меня телефон. Ага, ну главное, чтобы Я Наташа зачем видела. лучше? Да, а И то видно, да? Вот добро пожаловать. Вот, сейчас мы немножечко поговорим вообще о проекте, что это такое. Проект основала я и моя партнер Ольга Мальцева, мама троих деток, живет в Базарном Карабулаке. То есть мы с ней уже работали до этого вместе в Орифлейм, и потом нам возникла идея, что надо перебраться в интернет. Тогда еще это не было развито, и мы буквально как первопроходцы с ней все это проходили. Ну вот в результате получился такой классный проект, шикарная команда подобралась. Уже у нашей команде есть директора и менеджеры разных уровней, то есть разного уровня дохода. Ну и я, конечно же, делаю все по максимуму, чтобы люди, которые пришли к нам, не просто регистрировались, да, и подглядывали, как говорится, из-за кулис, а действительно занимали, ну, такую позицию, так, рабочую, да, идти к успеху, понимать, что нужно делать и чтобы получалось. Это вот мои такие запросы. Ну и немножечко хочу с вами, да, пообщаться. Про Наташу-то Гришину я уже все знаю практически, что она бухгалтер, как и я, да, и что детки есть, и что горит с желанием развиваться в проекте про мечты. Наташа, вот про вас хотела расспросить немножечко, да, вот знаю, что у вас двое деток. Ну, немножечко вот по плану, то, что на экране видите, расскажите. Ну Родители да, магнит с вами обсуждали. был. На данном поиске дом съемную с детьми. Ну, хобби. Любим отдыхать на природе, наверное. Как-то так. А есть у вас какие-то хобби? Может быть, что-то руками своими делаете, рукодельничаете, там, Для спорт? этого было, все было как-то все в работе, в работе. Ага. Времени абсолютно не было на что-либо. О чем вы мечтаете, Наташ? Вот есть что-то такое, вот, что вы реально хотите сильно, потому что обычно у взрослых людей мечты как бы редко бывают, но бывают. Обычно, да, они в детстве очень яркие. Может быть, что-то у вас осталось, вот от чего даже, знаете, как сказать, мурашки, может быть, да, такое вот яркое желание. Такого нет. Знаете, я как пришла в проект, я вам расскажу. У меня не было квартиры, не было, негде было жить. И мы с дочкой вдвоем жили на съемной квартире. И у меня, знаете, вот просто до слез, до мурашек. Вот, знаете, вот у меня аж зубы скрипели, как я хотела свой уголок, хоть какую-то крышу над головой. Я была бы согласна даже на комнату в коммуналке, если честно. Вот мне настолько хотелось свое, я понимала, что родители мои старенькие мне это не дадут. У меня папа инвалид второй группы, мама закончила училище швейное. То есть, да, вы понимаете, что живут в деревне, хозяйство особо такого, ну, не смогли развести по состоянию здоровья, чтобы там оно приносило доход. Так, но прокорм немножко было. И я понимала, что либо я сама что-то сделаю, если успею, чтобы свое жилье заработать, либо я всю жизнь буду скитаться то в деревню, то на съемную квартиру, то еще куда-то, потому что как подарков
таких, редко кто получает квартиру, да, в подарок. Вот у меня это получилось через год. Год активной работы в проекте дал мне возможность взять квартиру в ипотеку. Не комнату, я двушку взяла сразу около горпарка. Так что это... Что у нас там, и я осуществили. Вот надо найти вам следующую мечту. Ну да, наверное. Наташа, а у тебя какая мечта? Гришина, расскажи, пожалуйста, поделись. Ну, у меня сыночек уже взрослый. Мне ему надо теперь квартирку. И машинку себе хочу, типа... Кашкай, Ниссан, что-нибудь такое интересное. Вот такие у меня уже мечты. Поменять хочешь машину? Да, хочу машину, хочу квартиру для сына, да. Хорошо. Ну, то есть, Наташ, надо что-то найти, потому что это мечты, они как топливо для машины. То есть, если машина классная, суперская, но в ней нет бензина, да, горючего, то она никуда не поедет. Поэтому надо будет что-нибудь себе раскопать. Вот, теперь у меня к вам такой вопрос. Вы посмотрели вчера, должны были, да, посмотреть или сегодня, вот эту презентацию Ирины Волковой я вам скидывала. Расскажите, пожалуйста, вот что вы там поняли? Ну, что достаточно, как бы, не особо сложно все в вашем проекте, что это реально осуществить и доход, и рост, и свои мечты, как бы, все это реально. Угу. А что больше всего понравилось? Может, тут что-то зацепило? Вообще спали сегодня ночью? Да. То есть видео вчера посмотрела, ночью спала спокойно? Да. Да? Я просто насыщенный день был. Ясно. Ералаш, да? Я просто, когда я посмотрела Волкову, я не спала всю ночь. И я приняла решение, что я буду в этом проекте пробовать, по крайней мере. Получится или нет, как бы сразу же непонятно, но я думаю, я же ничего не теряю. Надо попробовать. Вот, ну хорошо, поехали дальше. Как вы поняли, Наташ, в чем суть бизнеса, с чего нам компания платит деньги? Продаж, я так понимаю, все-таки от рекламы. Чем лучше будет это все осуществляться, тем уже и доход от этого. Активная работа и все прочее. Угу. Скажите, продажи ваши личные должны быть? Нет. Угу. То есть мы говорим о том, что суть бизнеса, видите, да, слайд? Создание товарооборота. Но самое главное еще я хочу дополнить, не только товарооборот, а нужно сразу фокус держать на выращивании в своей команде директоров. То есть чем больше у вас будет людей с доходом от 30 тысяч, тем вы будете зарабатывать больше и выше подниматься по карьерной лестнице. Мы об этом чуть-чуть потом поговорим. Вот, то есть что мы делаем? Мы сразу имеем скидку 20% на всю продукцию. И наша задача выполнять такие три простые действия. То есть самим пользоваться продукцией, получать от этого удовольствие. Вам продукция нравится, Арифлейм? Да. То есть мы пользуемся, получаем удовольствие, как бы моем себя, свою семью. И мы предлагаем нашим друзьям тоже поменять обычный магазин на свой интернет-магазин. То есть не обеспечивать их самим продукцией, то есть да, показывать им каталоги, продавать им эту продукцию, а наоборот, приглашать их в команду, чтобы они тоже пользовались продукцией, получали удовольствие и приглашали своих знакомых делать то же самое. Я держу сейчас фокус все-таки на знакомых, потому что это быстрее всего и легче создать большую, такую сильную команду из партнеров. Мы вас будем, конечно, учить работать через интернет, но это не быстро, это не моментально, то, что вы сели прямо и сразу получилось. Там нужно время, чтобы раскрутить вот этот маховик, да, и создать о себе в интернете, как говорится, да, себя как бренд. Показать себя. И на это нужно будет время. А вот работа со знакомыми, это очень быстро. Вот Наташа Гришина, яркий тому пример, она работает сейчас только со знакомыми, но через интернет. То есть переписывается с ними, общается. Она вас научит, как она это делает, очень профессионально, очень тонко. И за счет этого буквально за месяц она уже у нас практически вышла на уровень менеджера. То есть это достаточно такой сильный результат. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. То есть мы начинаем создавать команду. Видите слайд? Угу. То есть вот представьте, что это вы. Вот это кругленький, да, это вы, это кругляшок серенький. А что мы сейчас с вами будем делать? Мы начинаем вместе создавать команду. То есть уже, может быть, даже сегодня или завтра у вас появится первый партнер. Откуда он появится? То есть, да, тот, кто над вами,
команда менеджеров, они тоже приглашают людей и записывают их под вас. То есть, например, Наталья найдет сейчас кого-то, она регистрирует к вам в команду. Следующего, например, находите вы, регистрируете вот сюда. То есть таким образом, да, мы ведем сначала цепочку одну совместными усилиями, чтобы быстрее создать команду ключевых партнеров, чтобы все чувствовали поддержку, видели, что под ними растет команда, растет товарооборот, и таким образом мы быстро выстраиваем фундамент нашего бизнеса. То есть это как при строительстве дома. То есть если строить людей, регистрировать только в первую линию, например, вот так вот, да, вот желтенький, всех под себя, то это будет как замок на песке. То есть такая команда неустойчивая, и она быстро развалится. Поэтому мы учим сразу делать хороший, прочный фундамент в глубину. Но вы об этом почитаете еще в специальной литературе, которую мы даем в обучении, и об этом будем еще, конечно, говорить. Теперь смотрите по уровню дохода. Тут тоже все очень сначала непонятно, может быть, да, много цифрок и так далее. Но со временем вы быстро к этому привыкнете, разберетесь. Вот первый столбик – это товарооборот. То есть на какую сумму делаете покупки вы и ваша команда. Видно, да? Вот. Например, на 6 тысяч рублей лично вы приобрели продукцию себе и своим близким. Это примерно 150 баллов. То есть от 150 баллов, если вы откроете каталог, вы там увидите под каждой ценой миленько стоит, сколько это баллов дает. Смотрели каталог? Нет еще? Нет. То есть обратите внимание, что под ценой балла, например, парфюм стоит там 1300, он дает 23 балла. Там, например, тушь для ресничек стоит 199, дает 4 балла. То есть вот эти баллы суммируются, и это внутренняя единица компании. Для того, чтобы она нам могла сделать расчет со всей команды, даже если это люди с других стран. Потому что мы работаем вообще в интернете, нет границ, и к вам в команду могут прийти люди абсолютно откуда угодно. А валюта везде разная, понимаете? Вот, а баллы везде одинаковые, то есть чтобы компания могла нам сделать расчет зарплаты. Объемная скидка 3%, то есть это самый первый, самый маленький уровень выплаты от компании, и он примерно равен 200 рублей. Это немного, но я всегда говорю, вот представьте, что вы построили свой бизнес, открыли, например, магазин. Вы же знаете, что такое магазин и сколько туда нужно вложить денег, чтобы его открыть. Правильно? Да, да. Так вот, смотрите, открыли магазин, вложили деньги. Когда он начнет прибыль приносить? Только не скоро, да. Пока он отобьет вложенные, только потом начинаются идти прибыли. У нас же прибыль идет сразу. Да, мы ничего не вкладываем в этот бизнес, только пользуемся продукцией сами, обслуживаем, да, свой близкий круг. Смотрите, Наталья у нас сейчас уже вот здесь практически. Прям ей чуть-чуть осталось, но я думаю, это в ближайшие дни уже она вот перешагнет. Первый уровень 9% уже выплаты. То есть ее команда за один месяц всего она собрала команду, которая приобрела продукцию вот на такую сумму примерно. То есть это уже уровень менеджера. То есть пока вот здесь вот идет разминка, как только вышли на 9%, вы становитесь менеджером компании Oriflame. То есть это уже такой, ну, приличный статус. Дальше вы видите, что вот чем больше товарооборот, тем выше уровень. Мы с вами будем учиться, как стать самой директором, то есть это уровень 22%, последняя строка, и как выращивать людей до этого уровня. Чтобы у вас вот эти вот веточки, про которые мы вот говорили, да, вот первая веточка развивается, потом вторая, потом третью берем, вот чтобы у вас каждая ветка, вот эта созданная вами, делала товарооборот от 200 тысяч рублей, выходила на уровень 22%. Это немножечко из маркетинга, ну, постепенно, да, привыкните к этому, разберетесь. Сейчас что-то понятно на этом этапе? Нет. Поехали тогда дальше. У меня к вам вопрос. Наташа, скажите, как вы считаете, пока у вас нет команды или она совсем маленькая, может ли вам компания сразу заплатить, ну, хотя бы 30 тысяч рублей? Нет. Хорошо. А давайте с вами разберем такую ситуацию. И вот представьте, что вы нашли два человека, Мишу и Машу. Миша начал проходить обучение, вникает в суть бизнеса, задает вопросы, учится, создает инструменты для работы. То есть там, да, проходит конкретное обучение. Но заказ сделал всего на 100 рублей. А Маша, она не стала ничего вникать в суть, но зато сделала большой заказ на 10 тысяч. Какой из этих партнеров вам выгоднее? Миша или Маша?
Маша. Почему Маша? Потому что Жак сделал. Угу. А если Маша не понимает суть бизнеса, она может в следующем каталоге уже не сделать заказ и убежать в другую фирму, которая ее поманит? Ну, тоже, да. Угу. А Миша, если он понимает суть бизнеса, он может раскрутиться, да, и постепенно начинать уже. Да, вот будет дальше. Угу. То есть, смотрите, в принципе, выгодно, конечно, оба партнера, но да. Маша, она такая, знаете, она сегодня здесь, завтра ее может не быть. То есть этот человек не понимает глубины сути бизнеса. Ей абсолютно, в принципе, все равно в этом случае. То есть она будет покупать там, где выгоднее. Например, увидела черная пятница и побежала покупать там все. То есть, а Миша, он уже никуда не уйдет. Вот я этот Миша, мой первый заказ был вот реально рублей на 200. Я взяла себе самую дешевенькую помаду, интимный гель. Ну, я просто больше не могла взять, но зато мне стал интересен бизнес, я стала его изучать. Изучать маркетинг, инструменты работы, то есть задавать вопросы, вот что и как и так далее. И вот я стала вот таким вот лидером, да, сама, в принципе, того не думая, честно говоря, даже не ожидала. Наташ, вот смотрите, у нас есть бизнес-школа, она специально образована для новичков, и мы с вами сейчас заполним заявку. Я вам сейчас прям скину готовую ссылку. То есть это сайт обучающий для новичков, вот так он выглядит. И тут вот уроки, видите? Первый, второй, третий, четвертый, они все под паролями. То есть если мы нажимаем, то вы видите, он просит пароль сразу. То есть вы получите пароль после того, как вы заполните заявку. Я вам сейчас скидываю ссылку. Куда вам скинуть? Сюда в чат, если отправлю. В Одноклассники. Давайте сюда и в Одноклассники. Где у нас Одноклассники? Так, скинула в Одноклассники. Вам нужно будет эту ссылку заполнить. Я когда получу от вас заявку, тут вы что пишете? Свою фамилию, имя, мобильный телефон, номер регистрационный у вас в смс-ке, который пришел, семизначный. Внимательно электронную почту. Спонсор у вас Смирнова Лариса. То есть кто пригласил, тот и спонсор. Skype, вы свой логин пишите здесь, если знаете. Если нет, напишите, что уже добавились. И ссылка на соцсеть ВКонтакте или в Одноклассниках, чтобы да, легко вас можно было найти. Да. Хорошо? Все, как заполните, я вам вышлю первый урок. Далее, смотрите, что мы делаем. У нас есть расписание работы проекта. То есть мы работаем интенсивно, как обычный коллектив, да, как на обычной работе. По утрам у нас проходят планерки. Вот сейчас сменится, правда, время. Мы от Москвы будем на час вперед. Мы перенесем планерку по московскому времени, чтобы она была в 10, то есть будет для нас немножко пораньше. То есть у нас проходят каждый день семинары, у нас есть презентации, мы их делаем по расписанию. И вот чтобы попасть на планерку или семинар, нужно перейти просто по ссылке. Я вам сейчас вот это скину в Одноклассниках. Вы прям нажмите, она долго будет пока грузиться. Мы с вами пока продолжим. То есть вы просто нажмите на эту ссылку. И у вас должно появиться, да, пришло, да? У вас появляется серое поле, пока там грузится окошечко, то есть у вас должна вот такая картинка появиться. И тут самое главное, что никаких паролей, вы ничего не делаете. Вы только в первой строчке пишете имя и фамилию. Меня слышно? Что-то вы у меня затихли. Алло. Алло, алло. Меня слышно? Алло. Алло. Да. Алло, Наташ, слышно? Да, да. Ага, ты что-то прервалась связь, я вас перестала слышать. Так, вы заходите в комнату, когда табличка подгрузится, вы только вписываете имя и фамилию в первую строчку и нажимаете «Вход». То есть вот такая вот должна табличка. Появилась? Появилась. Ага. Да. А ты меня выкинула, у меня телефон зазвонил, меня выкинула. Ага, вот, и у нас всех выкинула. Из-за меня всех выкинула, простите, пожалуйста. Да, ну я не знаю, из-за тебя не обязательно. Это, может, совпадение. А, так, ну что, жду вас в комнате. Что?
чтобы проверить, что вы можете зайти. Вас там не видно, не слышно. Только вы видеть будете слайды и спикера. И будете его слышать. Можно писать только в чате. Внизу у нас есть чат. Вы там можете задавать вопросы или отвечать на вопросы спикера. Смайлики какие-то отправлять. То есть здесь вот все вот так вот. Наташ, ну что у вас получается? Загружается комната? А, значит, вас выкинуло позже, раз вы в вебинарной комнате уже. Я про это ничего не слышала. Да, мы уже пытаемся зайти. Я быстро зашла, я уже здесь, жду. Ну, я не захожу, меня не ждите. Нет, мы тебя не ждем, мы с Наташей проверяем. Угу. Наташа, рассказывайте, что у вас там получается? Окошечко подгрузилось, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Все, я вас вижу. Вот смотрите, мы тут вот в чате можем отправлять смайлики, мы можем писать что-то, да? Мы можем там здороваться, реагировать, смеяться. То есть, да, вот это наша вебинарная комната, где мы все собираемся, кто может, естественно, да, кто-то у нас есть люди, студентов много, работающих людей. Поэтому по утрам собираются, ну, кто может, тот приходит на планерку, на семинар. У нас также проходят семинары от компании Oriflame. Тоже мы в расписании все это добавляем. И ссылка может быть немножечко другая, то есть внимательно смотрите. Вот эту ссылку нужно будет вам сохранить себе в закладках. То есть это наша рабочая комната. Сохранять умеете, Наташа? Да. Прям сразу ее себе сохраните, чтобы она у вас была. Если вдруг вы не успеваете на семинар, но вам интересна эта тема, то у нас есть каталог вебинаров. Вернитесь в Skype, смотрите на слайды. Да, бывает такое, ну, не успела, не смогла, там, с дочкой куда-то убежала, или там еще какие-то дела. Вы нажимаете вот на эту ссылку, я вот эту, все слайды вам сейчас вышлю, как мы закончим говорить, и открываются записи семинаров за весь год. То есть мы их загружаем, мы отмечаем, какой каталог, и вот тут вот все написано, то есть какая тема, ссылка, кто спикер. И так вот у нас уже сейчас 16-й каталог идет во весь, как говорится, опор. Вирусь, открой дверь, пожалуйста. Вот, то есть у нас идет 16-й каталог. Сейчас, девчонки, дверь открою. Смотрите, к вам шлак. Алло. Привет, Мишут. Я это провожу вводный инструктаж. Я тебе срочно нужна? Точно? Ага, давай. Так, все, я с вами. То есть понятно, да? Вот тут мы выкладываем разные темы, вы видите, тут развитие личного бренда, там продвижение wellness, академия красоты, там альфа-лидеры. То есть у нас темы идут разные. То есть мы говорим не только о бизнесе, мы говорим не только о, там, как это сказать, о продажах каких-то. Нет, наша цель вообще в принципе развитие человека, чтобы раскрыть самые сильные, мощные стороны, потому что в каждом человеке есть очень много всего. Не, я без видеопоток. Да? Но вот самое главное, что это научиться применять в бизнесе, чтобы быть эффективным. Понятно? Да. Так, дальше. Если вы будете выходить в комнату с телефона или с планшета, то это можно сделать только используя специальный браузер. Вот такая вот птичка называется Puffin. Здесь вот есть видео, как это сделать. Вы потом, если вам нужно, скачиваете этот браузер и через него тоже заходите в комнату. Поэтому еще, опять же, повторяю, как удобно вести нашу работу. Можно буквально с телефона управлять полностью всем процессом. Следующий момент. Про активационный заказ. Что это такое? Вот смотрите, с того момента, когда мы вам открыли личный кабинет, это было, наверное, вчера-позавчера, да? Ваш личный кабинет будет действовать всего 3 месяца. Если вы в нем не разместите заказ, то этот кабинет будет удален. То есть он будет заблокирован, удален, и вернуться обратно уже нельзя.
Что значит активационный заказ? Это заказ на любую сумму. Просто вы выбираете что-то из каталога, что вам нужно, размещаете заказ. Как это сделать? Мы вас первый раз делаем вместе, хорошо? Потому что там нужно будет место выбрать, доставки, отказаться от ненужных там бумажек, от каталогов, если они вам не нужны. То есть мы подсказываем какие-то нюансы, чтобы вы уже были в курсе. И уже первый заказ мы отправляем туда, где вам удобно его забрать. Далее, смотрите. Если же вы заказ не сделаете, то есть у вас есть вот эти 3 месяца, чтобы, да, подумать, надо вам это или нет, то, значит, вы теряете всю команду, которая за это время будет под вами создана. Поэтому лучше, конечно, сделать. Как посмотреть каталог? Вы получили вот свой номер, пароль, активацию сделали, да? И вот в личном кабинете вот с левой стороны меленько написано «каталог». Вы прям на него нажимаете, откроется каталог, вы в нем там стрелочками сбоку в сторону листаете, смотрите, как, там, какая продукция, какие акции сейчас. Вам также доступны еще внутренние акции компании. Их вы можете, вот, кстати, вот здесь в разделе «Новости» сбоку. Вот когда откроете, вот тут вот посмотрите, тут очень много акций. И вот несколько из них я вам сейчас расскажу. То есть у нас идет «Вау-осень» акция, «Выгода в кубе», акция «Твои настоящие моменты». Вот в ней можно много таких вот классных подарков, а в том числе ноутбук. Но он будет за деньги, за 1999 рублей. Можно ноутбук получить под, ну, как, ну, за символическую стоимость. И для всех новичков идет 4-шаговая стартовая программа. А сейчас вам поподробнее расскажу про акции. Интересно, Наташа? Я сейчас вам покажу, но тут новая картинка, поэтому я сейчас ее открою. Не успела перегрузить, потому что сегодня акция обновилась, и она будет уже вот такая. Сейчас найду вот это вот. То есть у нас каждую неделю, вот это последняя неделя осени, когда мы можем взять продукцию с огромными скидками. Тут вот несколько продуктов, вы видите, да, сами. Тут тени. Ой, не то немножко сделала. Сейчас. Вот тени для глаз за 199 рублей. Очень красивый. То есть так он стоит набор 690. Вот от этой цены мы тоже отнимаем еще 20%. То есть у нас на все скидка действует сразу 20%. А тушь, маска для лица, серьги, маска вот такая, сочный арбуз и крем для глаз. Вот смотрите, чтобы взять из этой акции продукт, тут есть ограничения. Во-первых, должен быть хотя бы один продукт из каталога, из общего. И не более 5 наименований. Например, вы хотите взять вот этих масок на подарки, да? Ну, конечно, цена классная, я сегодня выписывала. 23 рубля всего выходит. Большая масочка, ее где-то на 3-4 раза хватает этого пакетика. Но не более 5 штук в заказ. То есть, чтобы всем хватило, компания ставит такие ограничения. Потому что я бы, конечно, я бы побольше бы взяла с удовольствием. Следующая акция. Так, сейчас покажу. Это стартовая программа. Вот здесь 4 комплекта продукции с суммой на 16 тысяч рублей всего. Вот если вы будете по отдельности их выписывать из каталога, то суммарно будет такая гигантская сумма. Вы же каждый набор, они вот тут разбиты по шагам, получаете всего за 199 рублей. Что нужно сделать, чтобы это получилось? Смотрите. А надо в течение 21 дня с момента регистрации собрать суммарно заказ на 100 баллов. Это примерно 4000 рублей по дистрибьюторским ценам. То есть от 3,5 до 4. Понятно? Вот, тогда вы этот набор берете за 199 рублей. И вам вернется регистрационная плата 149 рублей, которая один раз добавляется в первый активационный заказ. То есть, если вы потом доберете до 100 баллов, то вам эта плата вернется на счет. Смотрите, как это работает. Например, у вас регистрация там прошла 10-го, прибавляем 21 день, значит, 31-го закончится. И у вас получится, что вы можете и в 16-м каталоге что-то заказать, и в 17-м. То есть у вас получилось, что вы не с первого дня регистрировались, а уже в к концу каталога, да, в середине даже каталога. И у вас выйдет, что вы и с этого можете заказывать, и со следующего. То есть это тоже очень удобно. Пока осмотритесь, да, туда-сюда. Да, надеюсь, у вас
это легко получится. По крайней мере, у Наташи в команде практически все проходят стартовую программу. Это, мне кажется, такая хорошая традиция. Смотрите, первый набор вот такой состав. Второй еще богаче. То есть здесь уже кремы для лица, для глаз, помады, тушь. Третий шаг – это вообще уже вся серия Giordani, самая такая популярная, дорогая серия. Четвертый – на выбор, мужской или женский. Тут уже входит шикарная витамина Wellness Pack, парфюм, сыворотка омолаживающая. Или можно взять мужской набор. То есть какой захотите, такой выберите на свой вкус. Далее. Мы вас будем учить делать заказы по 150 баллов. Почему это важно? Смотрите, вы сразу, может быть, до первые месяца будете, как бы вообще не будете делать заказы. Просто пока вы учитесь, собираете команду, разбираетесь во всем. Главное активационно сделать. А вот 150 баллов, они вам будут нужны позже, когда уже сформируется команда, будет товарооборот, чтобы получать начисления от команды и все премии. Понимаете? Наташ, вы меня слышите? Вы где-то у меня далеко-далеко. Не знаю. Все, появилось. Я же думала, вы убежали. Далее, что еще дают 150 баллов? Вот у нас кто сразу их делает, сразу видит выгоды. Уже скидка не 20%, как у всех, а 32%. Как это работает? 20 у вас проходит по накладной, вы их видите. Остальные деньгами вам кладутся на счет. Я вот делала скрин с накладной одной из девочек. Она вот делала заказ больше, чем на 150 баллов даже в первом каталоге. Ей начислена была скидка 1788 рублей. То есть их положили на товарное поле. То есть их видно в личном кабинете. Вы тоже будете это видеть. Как в личном кабинете ориентироваться, мы вас научим. То есть там в бизнес-школе все это будет. И вот смотрите, она делает следующий заказ уже во втором каталоге своем на 6299 рублей. Эти деньги списываются с товарного поля, и к оплате идет всего 4511. Да, и то есть, а она опять делает 151 балл, то есть ей опять будет начислена там денежка за то, что она делает больше 150 баллов. Дальше еще есть эксклюзивный каталог для премьер-клуба. То есть, кто у нас делает 150 баллов, это премьер-клуб у нас, да, и такая элита команды. И дополнительно еще предложение, там каталог, ну, такой приличный, 8 листочков, но он, как говорится, там скидки до 80%, всякий эксклюзив, то, чего нет в каталоге. Конечно, ну, приятно всегда им пользоваться. Так, далее. Это карьерная лестница. Надолго, а то мне просто за ребенком ехать надо. Это кто спросил? Наташа Кондакова. А, Кондакова. Наташ, я заканчиваю уже. Все, а? Видите, мне прям осталось буквально... Тоже, чтобы уже дослушать. Да, так... минут пять еще я заканчиваю. Вот смотрите, это карьерная лестница. То есть все мы начинаем новичками, видно? Потом идет 3, 6, 9, 12. Вот до уровня директор вы можете дойти, конечно, легко. Тут просто нужно собрать команду, человек там 100-200, которые будут делать покупочки для себя. То есть это элементарно стать директором. Я, например, за 4 каталога вышла на этот уровень. А вот дальше, чтобы выходить на доход 50, 75, 100 там, и так далее, тысяч, тут все зависит от количества директоров в вашей команде. Например, чтобы быть золотым директором, нужно 2 директора в команде. Чтобы стать старшим золотым, 3 и так далее. То есть вы себе потом выберете цель какую-то, да, по доходу. Например, у меня сейчас стоит цель вот такая вот, сапфировый директор. Я к ней иду, у меня уже 4 ветки активно развиваются, есть уже одна закрытая директорская ветка. Вот. Для чего это нужно? Чтобы, да, помогая другим, мы помогаем себе выйти на хороший тоже доход. То есть вот она, каждая ветка директорская поднимает нас на новый уровень. Как мы будем искать людей? Вот смотрите, в бизнес-школе мы разбираем 2 метода. Пока вот мы со следующей недели немножечко ее расширим, то есть у вас будет возможность более такую развернутую бизнес-школу пройти. То есть, ну, основные методы мы будем разбирать: Инстаграм и работу со списком знакомых. Потому что это быстро, это эффективно. В Инстаграм там можно с телефона вообще хоть лежа в постели работать. Вот. А вообще мы работаем многими методами. Это и контакты, одноклассники, это доски бесплатных объявлений. Мы учим, как работать по резюме. То есть и в Фейсбуке, и в Твиттере, везде можно работать. Очень интересные есть площадки для рекламы, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Мы вас будем этому учить постепенно. Договорились? Да.
Вот. А у нас есть чат нашей команды, Telegram. Telegram, слышали такую программку? Нет. Не сталкивались? То есть это такая программка простая, она ее с Play Market вы на телефон скачиваете, это вот такой вот на голубом фоне белый самолетик. Нажимаете на нее, скачиваете, русифицируете, тут вот подсказочка будет, как русифицировать, и нажимаете на эту ссылку, попадаете в чат команды. То есть вы можете его также на компьютере установить, вот смотрите, он, видите, у меня вот на компьютере, вот наш чат нашей команды. Видите, интернет-проект «Карьер онлайн». И тут у нас все пишут, все там, ну, задают вопросы, новички и так далее, помогают друг другу, подсказывают, там, что и как лучше делать. Вот. Понятно, да? Да. То есть вам нужно будет в этот чат добавиться, Наташа вам поможет в этом. И завершаем тем, что нужно будет пройти верификацию. То это такое? Это показать компании то, что вы реальный человек, что это не робот какой-то, да, не там не просто зарегистрировали фейкового человека неизвестного. То есть в течение 21 дня вам нужно будет загрузить фотографию вашего паспорта к себе в личном кабинете. То есть вы заходите в кабинет, тут кнопочка «Заказы», нажимаете, сбоку открывается панелька меню, выбираете «Управление моими документами» и далее вот тут вот выбираете эту фотку и нажимаете «Сохранить». Примерно 5 дней идет обработка данных. Тут вы уже, никто не сможет отсюда вашу копию паспорта взять, даже вы сами. И тут будет стоять там в обработке, например, или проверка успешно завершена, и все станет зелененьким. Что это дает? Смотрите, если вы в течение 21 дня верификацию не пройдете, то ваш аккаунт будет заблокирован на регистрацию. То есть вы не сможете под себя регистрировать людей, и вам не будут выплачиваться деньги. Например, вы будете делать 150 баллов, но деньги будут копиться, вы ими воспользоваться не сможете, пока не загрузите паспорт. Вот и все, в принципе. Все, я провела сейчас вводный инструктаж. Давайте подведем итог. Вот чтобы все у вас получилось, нужно выполнять простые правила. Мы их называем правила 3П. То есть это обучаться, посещать наши семинары, тренинги, проходить школы обучающие, научиться приглашать людей и просто потреблять продукцию для себя в свое удовольствие. Наташ, какие у вас вопросы? Лиля, у меня вопрос. Можно к Наташе, когда ей удобно позвонить, чтобы мы с ней договорились о дальнейшем общении? После обеда, наверное, сегодня можно. Сегодня после обеда тогда созвонимся. Хорошо, я ребенка спать уложу и позвоню. Ну все, молодцы. Наташ, какие у вас вопросы? У меня нет вопросов, в принципе. Все понятно. Что вот, может быть, да, какие-то вот там осознания, может быть, да, интерес больше стал, больше понятно. Наверное, надо переварить. Вот вопрос потом задам. Но вопросы, конечно, будут. Если их не будет, я очень удивлюсь, потому что, как говорится, новое дело, в нем надо разобраться, вникнуть. Самое главное, что здесь ничего сложного нет абсолютно. Мы будем во всем помогать, объяснять. И я очень довольна, что вы в таких надежных руках, потому что Наташа очень грамотный менеджер, всегда поможет разобраться, как-то, да, подсказать, что лучше сделать. Я вот вам слайды вот эти отправила, чтобы у вас как шпаргалка они были, то есть вы откроете, вспомните там, как в чат добавиться, там, маркетинг посмотреть, про стартовые программы, то есть чтобы у вас все это было всегда под рукой. Тут даже есть вот один слайд, как оформить заказ и где пункты доставки выбрать, тоже полюбопытствуйте, посмотрите. Все, Наташа, спасибо вам за то, что выделили время, потому что это очень важно, сразу, да, вникнуть и хорошо стартануть. Я вам рекомендую браться за дело со всей душой, потому что результат придет, естественно, только при условии, что вы вкладываетесь. Да, потому что, как говорят, под сидячую попу доллар не подсунешь. Вот, то же самое здесь. Вот. Ну все, девочки, до свидания, всего доброго. Да, надеюсь, будем теперь часто общаться, и вы с друг другом тоже будете взаимодействовать по полной, так скажем, программе партнерской. Ага, ну все, всего доброго.